Волгоградской области растет количество заразившихся острыми респираторными заболеваниями. Только за первую неделю февраля в больнице и поликлинике региона с симптомами ОРВИ обратилось на 56% больше граждан, чем на прошлой неделе. Среди взрослых пациентов эпидпорог уже превышен на 185%. Показатель среди детей пока ниже расчетного уровня. Тем не менее, более 70 школ региона до сих пор остаются на карантине из-за вспышек ОРВИ. Частичные ограничения занятий введены в 105 школах, 16 детсадах и одном вузе. Медики призывают родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей и не отправлять их в коллектив при появлении симптомов заболевания. Карантин в учебных классах и группах объявляется, если число заболевших ОРВИ превысило 20%.